Глава Ненецкого округа Игорь Кошин и генеральный директор общества «Башнефть-Полюс» Владимир Нестеренко подписали протокол к соглашению о сотрудничестве между регионами нефтяной компании. Причем впервые в истории это сделали непосредственно на месторождении. Важности документа сомневаться, конечно, не приходится, ведь для нашего субъекта он предусматривает немалые денежные поступления в бюджет – около 43 миллионов рублей, которые пойдут на реализацию социальных проектов. Подписи в документе поставили на месторождение имени Романа Трепца. Именно его сейчас успешно осваивает совместное предприятие «Башнефть» и «Лукойла» «Башнефть-Полюс». Причем всю имеющуюся там инфраструктуру, включая современный высокотехнологичный нефтедобывающий комплекс, недропользователь возвел в рекордные 2 года. Говоря об этом проекте, нефтяники и специалисты все чаще употребляют слова «огромный» и «значимый». Значимый как для нашего региона, так и для нефтяной компании «Башнефть-Полюс». Здесь, на месторождении Трепса, только с августа и по сегодняшний день уже получило 600 тысяч тонн черного золота. Впрочем, на этом останавливаться не собираются. Запасы здесь действительно огромные. Северо-восток Ненецкого округа, 230 километров от столицы региона. Именно здесь расположена огромная подземная кладовая. Запасы месторождения Трепса нефтяники оценивают 82 миллиона тонн черного золота. Из них получена пока лишь малая доля. Впрочем, к концу года в планах общества «Башнефть-Полюс» уйти за первый миллион. То есть мы идем в графике. Ту задачу, которую нам поставил акционер, то есть и компания, значит, мы выполняем. Значимых показателей удалось добиться благодаря совместной работе Ненецкого округа и «Башнефть-Полюс». Хотя всего несколько лет назад в успешность проекта сложно было поверить. Тем не менее, за 2 года здесь были построены свыше 40 километров трубопроводов, около 80 километров линий электропередач, центральный пункт сбора нефти и пункт приема сдачи нефти в Варандее. К сдаче сейчас готовится и опорная база промысла, 2 общежития для сотрудников «Башнефть-Полюс», столовая, спортзал и собственный медпункт. Кстати, большая часть объектов уже успешно работают. Пользователи сделали практически невозможное. В условиях вечной мерзлоты они построили высокотехнологическую промысловую базу. Очень сложная геология, в общем-то отсутствующая инфраструктура, вся инженерная с точки зрения там, электроэнергетики, автомобильных дорог, железных дорог и так дальше. То есть мы практически все это создаем с нуля. Когда Игорю Кошину показывали месторождение, он то и дело интересовался, как здесь следят за окружающей средой. Об экологической безопасности нефтяники, конечно же, не забыли. На Трепса создали химическо-аналитическую лабораторию. Здесь проверяют не только качество добываемой нефти, но и следят за показателями воды и грунта, расположенных возле месторождения. Приятно удивил главу региона и местный лазарет. Имеется у нас, значит, аппарат электрокардиограммы, имеется аппарат-дефибриллятор, имеется ИВЛ, запас медикаментов, необходимых для оказания экстренной помощи. Владимир Нестеренко рассказал Игорю Кошину о том, что проезжающие рядом с месторождением оленеводы имеют возможность получить необходимую медицинскую помощь, причем совершенно бесплатно. Дальше группа отправилась на кустовую площадку номер 13, где идет бурение скважин. Процесс уникальный, никакой ручной работы, все компьютеризировано. Сложными технологиями из этой небольшой кабинки управляет всего один человек. Установка современная, все компьютеризировано. Все ушли? Сработается великолепно. Великолепно. Завершилась экскурсия по месторождению Трепса пресс-подходом. Журналистов, их здесь собралось десяток, интересовали различные вопросы. Но один, пожалуй, из главных – какое между округом и нефтяниками будет дальнейшее сотрудничество? Ответ был краток – дружественным и полезным для обеих сторон. «Башнефть-Полюс», помимо налоговых вложений, продолжит выделять деньги на благотворительность. К слову, нефтяная компания за 2 года уже вложила безвозмездно на эти цели 115 миллионов рублей. В свою очередь, Игорь Кошин поблагодарил общество «Башнефть-Полюс» за конструктивные отношения и хорошие показатели в нефтяной сфере, которые благоприятно сказываются на бюджете Ненецкого округа. Это значительная прибавка в бюджет Ненецкого автономного округа, бюджет Архангельской области и бюджет Российской Федерации. Очень приятно осознавать, что компания помимо прямых налоговых платежей участвует еще в социально-экономическом развитии, участвует в развитии нашего округа дополнительными платежами. Выход проекта «Башнефть-Полюс» на стабильный уровень добычи ожидается к 2020 году. Тогда на месторождении Трепса и соседнем Титово будут ежегодно добывать почти 5 миллионов тонн нефти. Для сравнения, в позапрошлом году добыча всей нефти на территории Ненецкого округа составила около 13 миллионов тонн. Олег Танзейский, Александр Дуркин, телеканал «Север», месторождение имени Романа Трепса.